девица гадала, где мой милый ненаглядный, где ты, лада моя? Закрывай калитку тихонько, ночью праздник да какой. Слышен песен голос звонкий над кострами, над рекой. Все дороги засветились, это было не приснилось. Купала Ивана купала, купала Ивана купала, купала Ивана купала, купала. Уважаемые гости и участники фестиваля, иностранным гражданам, прибывшим на Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, необходимо сдать иммиграционный учет дежурному отделению полиции. То, что казалось невероятным, стало очевидным. Грушинский фестиваль, когда-то появившийся на свет как дружеская встреча в память о погибшем товарище, за 41 год превратился в событие мирового масштаба. В конце 60-х, когда не в каждом доме был самый обычный магнитофон, песни передавались из уст в уста, переписывались из одного песенника в другой. В этой атмосфере идея фестиваля авторской песни буквально витала в воздухе, и Грушинский фестиваль должен был неизбежно появиться. За 41 год авторская песня прошла путь от кухонь и походов до стадионов и многотысячных фестивалей. И в этом плане Самарская губерния заняла лидирующую позицию не только в России, но и во всем мире. Грушинский фестиваль, несмотря на всевозможные и хорошие, и плохие годы отношения к нему властей или прессы, Грушинский фестиваль всегда был совершенно явлением независимым, единственным в своем роде и известным на всю планету, потому что разлетелись по всей планете когда-то участники Грушинского фестиваля или просто любители этого жанра, и они знают об этом явлении, о нем знают везде. Вот. И это действительно, фестивалей много, но Грушинский фестиваль уникален тем, что это, конечно, самое крупное явление такого рода. И так он и известен на всей планете, как наш Вудсток. Это эстрада, площадка, объединяющая всех русскоязычных бардов мира, должна стать таким вот мировым центром русской культуры и авторской песни. Именно мировым, я подчеркиваю это, потому что фестиваль Грушина – это явление даже не всероссийского, а мирового масштаба. Ничего подобного я в мире не видел. И не валка, и не шатка жизнь идет. Отвези меня, лошадка, в Новый год. На коляске и на бричке, и верхом. Хоть с тобой, пока я лично не знаком. Все живется мне не сладко, не легко. Отвези меня, лошадка, далеко. Сулят другие будни год другой, но тебя я не забуду, дорогой. Не сулят ни в чем изъяны дни твои, и мили мне обезьяны и змеи. Лишь тебе одно я верю и вдову, мне теперь другие звери ни к чему. Накормлю тебя я волю дам овца, мы поедем через поле и леса. Через речку, через мостик поутру развиваться будет хвостик на ветру. Через зеленью увитый городок, по булыжнику копыта цок, цок, цок. Отвези меня, родная, в города, где ни снега не бывает и ни льда. Там, где небо голубое и вода, мы останемся с тобою навсегда. За окошком белка кватка, снег идет. Отвези меня, лошадка, в Новый год. Спасибо. Ни в одной стране нет такого отношения к песне, как у нас. Раньше мы были самой читающей страной, а теперь мы стали, слава богу, одной из самых поющих стран. И это очень важно. Это очень важно. Когда люди поют, их, значит, это песни их объединяют. Когда они поют, значит, они поют, когда им все-таки хорошо. Когда все ушли в гаджеты, и здесь на фестивале все какое-то натуральное. Натуральное общение, натуральный костер, настоящие песни, которых, в общем-то, мы не слышим ни на радио, ни на телевидении. И поэтому, может быть, люди приезжают сюда. Грушинский фестиваль известен во всем мире. Русскоязычное общество распространилось, начиная с 89 года, по всему миру. Я посещал песенные фестивали
в Америке, в Европе, в Израиле неоднократно бывал. Все знают о Грушинском фестивале как о, наверное, о вершине, как о фестивале, где собирается максимальное количество народа. Такого количества слушателей, читателей авторской песни не собирается ни в одной стране мира. И все мечтают сюда приехать. Loved you once and still perhaps love's yearning within my soul has not quite burned away. May it nevermore you be concerning. I would not wish you sad in any way. My love for you was hopeless, wordless, cruelly drowned now in shyness, now in jealousy. I loved you so tenderly, so truly, as God grant by another you may be. Я вас любил, любовь еще быть может. Моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Дай вам Бог, любимый, быть другим. Джордж Ланса уже второй год подряд приезжает на Грушинский из родного Сиэтла. Его увлечение русским языком переросло в любовь к русской поэзии и авторской песне. А два года назад друзья рассказали Джорджу о фестивале на Мстриковских озерах. Друзья сказали мне об этом, слышали об этом много лет, что есть такое место, где есть, у них есть такая большая, огромная гитара, это на реке, и там это как сказка, миф. Это сумасшедшее место. Это другой мир. Это как сказка. Настоящая. Скажу, что это тяжело объяснить. И это такое огромное место, и есть такие песни весь вечер. И люди поют до 7-8 утра, и мы это не делаем вообще в Америке. Это очень-очень русская традиция, это замечательная традиция. Священнослужитель отец Сергий приезжает на Грушинский из родного Питера уже 13 лет. Все эти годы пропускает день рождения сына, который всегда совпадает с фестивалем. Впрочем, в семье дьякона с этим уже смирились, понимая, что для отца Сергия это не только радость общения, но и служение Богу. Люди приходят, и им хочется поговорить именно на те темы духовные, которые, может быть, в городе не всегда им удается сделать, вот, чтобы не каждый может переступить порог храма, считать, что он недостоин. А здесь вроде такой же, как и ты, человек. И у костра точно так же можно за чашкой чая там посидеть и поговорить. Очень много людей здесь на Груши очень хороших. Очень хороших. И если они даже какие-то глупости творят, явно не со зла. А вот бывает, на лагерь приходят, посидишь у костра, поговоришь, люди так открываются. И вот души хорошие, чистые, просто никто их не научил. А то, что они вокруг видели, примеры были не очень, может быть, для них полезны. Вот я считаю, что на Грушинском очень многие меняются. Отец Сергий подчеркивает, что для него особенно важно понимание того, что в основе праздника авторской песни лежит христианский подвиг Валерия Грушина, ценой своей жизни спасшего тонущих детей. Для нас, для православных людей, это большое утешение и большая отрада, что если человек живет по-христиански и даже, может, не осознавая этого, и делает добрые дела, это не пройдет так вот бесследно, это след обязательно будет. Дух товарищества, царящий на фестивале, это не просто возможность пообщаться с единомышленниками, поделиться чем-то важным с друзьями. Для многих это еще и одна из немногих оставшихся связующих ниточек с родной русской культурой. Вот мы живем в Казахстане. Приезжаем на Грушинский фестиваль, и это практически самая важная точка соприкосновения с российской публикой. Вот в таком масштабе, в таком объеме почувствовать
если не русский дух, то настроение российских почитателей жанра можно только на Грушевском фестивале. Об этом сказал и глава региона Николай Меркушкин, который впервые в этом году оказался на Грушевском фестивале и, тем не менее, сразу смог оценить его масштаб, значимость и перспективы. Мы сделаем все, чтобы фестиваль был и дальше, расширялся, увеличивался состав. Более того, мы сегодня только обсуждали, что фестиваль дальше будет иметь свои площадки и за рубежом. Он станет международным, он будет в разных странах проводиться под брендом, самарским брендом «Валерия Грушина». Во многом благодаря личному участию главы региона 41-й фестиваль состоялся в том виде и масштабе, который мы увидели. Николай Меркушкин неоднократно подчеркивал, что объединение Грушинского – залог сохранения одной из самых ярких традиций Самарского края. Я люблю тебя жить и надеюсь, что это взаимно. О том, что сохранение и развитие фестиваля необходимо не только для поддержания имиджа региона, но и для самих граждан, причем не только Самарской области, но и всей России, вслед за главой региона говорили и именитые барды, и простые слушатели. Жизнь меняется, и как раз от этого только возрастает ценность традиции. Эта традиция почти не меняется, потому что люди приезжают, привозят новые песни, поют их и как-то растут. И этого так мало. То есть, по сути, здесь некий заповедник особенных людей, особенной атмосферы, особенной... На фестивале? Да. Конечно, конечно. Это первая ступенька, как я сказал, большой поэзии. И это очень важно, зацепиться за это. Если ты каждый день слышишь, не буду называть фамилии по всем каналам, то тебе даже не... Ты должен захотеть нажать в интернете кнопку «Пушкин». Вот такой вот фестиваль, все очень нравится, мы из Москвы. Безумно все нравится, и природа – это, конечно. Считаю, что такой природы, как и России, нету нигде. И прежде нужно объездить Россию и узнать всякие ее места, нежели чем ездить по заграницам. Россия – это великая страна. Ты напиши мне, не поленись и напиши, какие новые вершины тебе видны с других вершин. И что поделывают зори твой синий путь, переходя. И когда мать стоит в дозоре, подставив грудь косым дождям, мне все чудится ночами, тепло от твоего плеча. Вот четырьмя крестясь лучами горит в ночи твоя свеча. Дожди пролистывают даты, но видно мне и сквозь дожди. Стоишь ты грустный, и говоришь, не осуди. Как вы здесь? С дочкой, с внучкой, с кем? Мы с внуком. С внуком. И с внучкой. Пока мы колыбельную тут поем. Ну и трать. То есть они вас успокаивают, да, усыпляют? Да. Мы каждый год здесь. Да? Да. Как вообще детям? Внукам очень нравится. Нам очень. Ну и детей не возили? Сначала детей. Это дети какой? Выросли, это две дочки. Да. А теперь от них внуки, и мы все здесь. Я так думаю, что не последний раз. Здесь энергетика другая, доброта. Мы просто каждый год ждем этого дня и ждем их года в год. Это у вас дом уже начинается? Типа да. Ну, если вы скоро заходите, конечно, проходите. Да? Что вам сказать? Вот жена моя, Татьяна. Татьяна, как вы с хозяйством справляетесь здесь? Замечательно. Только что вот суп сварили. С Оренбурга мы. Да. 450 туда и 500 обратно. Проехали, чтобы приехать отдохнуть культурно с людьми. Позитивные люди здесь отдыхают. Все
любит природу, любит музыку, гитару. Вообще замечательно, вообще праздники такие надо проводить постоянно. А много из Оренбурга ездит? Очень много. Если проедешь туда, там есть, ну, в каждом углу, скажем, леса или этой Грушинского фестиваля есть своя поляна, где написано даже на баннере, то есть Оренбург, где есть Самара, Саратов, Липецк. Со всей России приезжают люди отдыхать. Вообще правильную вещь сделали. То, что люди приезжают, вместе объединяются, отдыхают, чтобы знали, все разговаривали между собой, друг другом, у кого какие проблемы, кто о чем думает. А все, как говорится, кругозор одинаковый, мыслят одинаково. Все любят гитару. Люди хорошие здесь. Впрочем, для того, чтобы не просто сохранить накопленное за 40 лет, но и реализовать тот самый посыл, сделать Грушинский ярким брендом Самарского региона, мало быть просто хорошими людьми. Нужно четко понимать, каким потенциалом обладает фестиваль и как его можно реализовать в будущем. Фестиваль имени Валерия Грушин – это явление социальное. Социальное явление всегда будет подвергнуто каким-то изменениям. Культура, политика, геополитика – социальность общества, она всегда будет смещать этот фестиваль в ту или иную сторону. Фестиваль снова стал одним, и теперь надо думать о том, как его реорганизовать. Потому что он не должен все время 40 лет идти по одной и той же форме. Так нельзя. Мне интересно, а что вы предлагаете? Я предлагаю подойти новые формы, потому что авторская песня за 40 лет изменилась. Фестиваль – это как самый крупный фестиваль авторской и самодеятельной песни в России. Тоже должен меняться, соответственно, со временем и с требованиями нынешних каких-то вот запросов нынешней молодежи. Люди уже совсем не такие, какие были 40 лет назад. Поэтому я думаю, что надо продумать многие вещи, которые должны обогатить этот фестиваль современными видами искусства. Поэт напоминает, что авторская песня сегодня имеет массу точек пересечения с театром и кино, стала темой огромного числа исследований и научных работ. Все это могло дать материал для семинаров и тренингов, которые разнообразили бы фестивальную программу. Авторам было бы полезно и поучаствовать в поэтических мастерских, чтобы современные барды не опускали высокой планки, заданной их предшественниками. Фестивали последних лет дали нам достаточное количество, ну, как вы называете, звезд. На самом деле это просто талантливые люди. В этом ряду, чтобы никого не обидеть, вот превыше всего я ставлю Григория Донского, человек, который появился в последние 10-15 лет. Он продолжатель традиции русского поэтического творчества со всеми видоизменениями в этом поэтическом творчестве, которые произошли за эти, ну, скажем, 20-30 лет. В авторской песне, как и везде, до 45 лет начинающий автор, а после 45 сразу классик. Поэтому есть потрясающие песни, конечно. «У нас в раю», например, у Ирины Богушевской. Просто откровение, да? Больше меня, конечно, трогает лирика. Ну, за плечами у такого человека, конечно, должен быть опыт, во-первых, честно говоря, житейский опыт. Это очень многое значит в авторской песне. В творчестве житейское отношение к жизни, восприятие жизни. Образование, общее образование, я имею в виду не какие-то там институты и прочее дело, просто образование общее. Человеческое такое понимание жизни. Есть, безусловно, целая плеяда есть молодых авторов, у которых свой слушатель, которые собирают залы, у которых такой серьезный молодежный пласт слушателей, которые поют эти песни уже. Ну, например, Паша Фахардинов. Приезжаешь на какие-нибудь конкурсы, а вы что вы будете петь? А я буду петь песню Паши Фахардинова. Паша Фахардинов когда-то лауреат Грушинского. И начинал здесь тоже, и как исполнитель начинал, потом стал автором, причем таким автором, который растет постоянно. Ксения Полцева, Гриша Донской – это все грушинская плеяда, Роман Ланкин. Ведь то, что на Грушинском выросло уже не одно поколение порядочных, высокообразованных людей, очевидно. Старейший бард России, 82-летний Валентин Вихарев, уверен, что увлечение авторской песней неизбежно меняет человека и всегда к лучшему. Авторская песня была и остается очень личностной. Дело в том, что вот в авторской песне, в хорошей авторской песне, всегда видишь автора. За каждым словом, за каждым музыкальным движением там существует какой-то образ конкретного человека, кто этим занимается. Вы никогда не перепутаете Евгения Кляшкина с Городницким, вы никогда Кима не перепутаете с Висбором. Это прежде всего личность была. Старшие товарищи говорят, что
не надо преувеличивать значение поэзии на течение истории. Но мне кажется, что все-таки образование и воспитание дало бы свои плоды. Хотя на груши всякой твари по паре, как и в моем ковчеге, ну, что делать, мы все люди. И сегодня он ходит с таким гребнем и весь разрисованный, и не всегда может быть, как бы сказать, трезвый, что ли. Вот. А через какое-то время смотришь уже, через год-два, на груши его встречаешь, он с тобой здоровается, совсем другой человек. В Алмате, где мы живем, и во всех других местах, где мы бываем, и вот в Штатах были, и в Европе, и везде люди, которые как-то связаны с русской культурой, с русским языком, конечно, они почитают, любят Грушинский фестиваль. Живя на самарской земле, мы можем любить или не любить авторскую песню. Но не гордиться Грушинским фестивалем мы просто не имеем права. Тем более сегодня, когда у фестиваля наступают по-настоящему золотые времена. Когда энтузиазм молодежи, опыт маститых бардов и поддержка власти гарантируют Грушинскому долгое и счастливое будущее. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением, обидеть моя? Перчивая, какая ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, и просто меня, скала-ласка моя. Споемте же, ребята, как пили мы когда-то у дымного походного костра. Споем, споемте же, ребята, как пили мы когда-то у дымного походного костра. Спросишь, солнышко лесное, петь не надоело? Все еще не надоело, милая моя. Все еще не надоело, милая моя. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких